Եկեք ստուգենք, հասկանանք լսվում է, թե չէ եթերը գնաց։ Слышно меня или нет? Изабелла Даниэлян вот зашла. Жанна, скажите, пожалуйста, вы слышите меня или нету звука? Всем привет. Ну, я очень надеюсь, что Барев Дзез Маркдян. Здравствуйте, слышно очень хорошо. Добро пожаловать в мой эфир. Есть несколько тем, на которые я хотел бы высказаться. Давайте поговорим на эти три темы. Эфир также будет загружен в видеоканал Arm Vlog. И надеюсь, что вы смотрите наши выпуски в центре объектива. Дорогие друзья, хотел бы начать с темы Арцаха. Очень спокойно, без эмоций постараюсь сказать, хотя тема очень серьезная. Как мы знаем, сейчас Арцах находится в полной блокаде, не действует также грунтовая дорога. И последние три дня поступает информация от мужчин Арцаха, что сигареты, которые отправлены в Арцах в качестве гуманитарной помощи из Армении и диаспоры, руководство Арцаха продает собственным мужчинам. То есть сигареты без акциза продаются в магазинах за 600-700 драм. Что касается постов руководства Арцаха, его военное руководство в том числе, продают контрактникам сигареты за 900 драм, за 1000 драм. Это тоже сигареты без акциза, это те самые сигареты, которые последние два месяца отправляли в качестве гуманитарной помощи для военных и мужчин Арцаха. Я знаю, что этот эфир, в том числе видеоканал, будут смотреть сами арцахцы. Во-первых, я хочу сказать, что, конечно, спасибо, что вы сейчас мне доверяете. Сотни людей пишут различную информацию, делятся своими мыслями, переживаниями. Но вот в чем проблема. Все жалуются, что они платят, они, мужики, платят руководству Арцаха за сигареты, которые они должны получать бесплатно. И никто не хочет выйти на улицы и задать вопрос руководству Арцаха. А кто вам дал право издеваться над нами? Вот давайте мы поймем одну простую вещь. Кто дал право Гургену Нарсисяну, который сейчас занимает госминистра? Кто дал право службе национальной безопасности Арцаха? Араику Арутюняну, генералам, издеваться над вами, арцахцами? Мы должны задавать такие вопросы. Не надо так восхищаться своим руководством и думать, что оно незаменимое и святое. Если сегодня госминистр Арцаха молчит и не задает вопрос, а кто дал право контрактникам продавать сигареты за 1000 драм, если эти сигареты изначально высланы, чтобы их отдать бесплатно? Второй вопрос. Кто дал право мужчинам продавать за деньги без акциза сигареты, когда у них вообще нет денег? То есть человек не знает вообще, как достать деньги, чтобы выжить. Человек не знает, что ему делать, да? Человек находится в депрессии. Человек находится в состоянии транса. И вы у таких людей, у жителей Арцаха, берете деньги за сигареты без акциза, которые, повторюсь, приехали в Арцах, и до конечной точки они дошли бесплатно. Нет ни одной причины, по которой руководство Арцаха может продавать своим контрактникам за деньги сигареты. Поэтому я еще раз повторюсь, что я удивлен, да, что мужчины и женщины Арцаха правильно делаете, что жалуетесь нам. Но посмотрите, вы загнаны в угол. Нет никаких сомнений, что СМВ Арцаха, МВД Арцаха, телохранители генералов избивают, убивают и доводят до самоубийства людей. Я в этом даже не сомневаюсь на секунду. То есть люди в Арцахе оказались в заложниках вот этой шайки. И я думал, что грунтовая дорога закроется, и хотя бы тогда ума станет больше у руководства Арцаха. А куда смотрит Рубен Вартанян?
Рубен Вартанян, который любит говорить, что он думает. До какой степени, вот я обращаюсь к мужчинам Арцаха, вы сейчас покупаете сигареты без акциза, и люди, которые стоят на постах, их могут убить в любую секунду. То есть ты, житель Арцаха, ты стоишь на посту, и ты платишь 1000 драм за сигареты, которые должны быть твоими бесплатно. И ты не задаешь вопрос. Ты стоишь на посту, защищаешь громадную задницу Гургена Нерсисяна, который сидит в теплом кабинете. Ты стоишь на посту и защищаешь семью Араика Арутюняна, да? Ты стоишь на посту и защищаешь Вито Баласаняна. И платишь за свои сигареты 1000 драм. То есть ты гордо стоишь на посту, когда тебя держат за долбоеба. А почему вы не выходите на улице и не задаете вопрос, почему власть продает вам бесплатные сигареты за деньги? Жалуйтесь в Ереван, жалуйтесь в диаспору. Причем тут диаспора или Ереван? У вас независимая республика, как говорил Вито Баласанян. Вот. Что я хочу сказать, что это делает не Алиев, не Эрдоган. Это делает власть Арцаха. И каждый армянин, каждая армянка в Армении и диаспоре, и те, кто смотрит в YouTube-канале, должны услышать, что происходит. В самый страшный момент, когда люди в депрессии, с них выбивают деньги за сигареты, которые им полагаются бесплатно. То есть мужик, который переживает, который ценой своей жизни защищает Арцах, ему нужны сигареты, чтобы просто думать, задуматься. И вы, арцахские власти, продаете этому мужику за деньги сигареты. Вы считаете себя кем? Людьми, которые укрепляют дух? Людьми, которые укрепляют веру? Вы так укрепляете веру, да, в простых арцахских мужчинах? Нет. Вы делаете все, чтобы раздавить эту веру. Вы делаете все, чтобы девальвировать весь оставшийся патриотизм в душах этих людей. Вот чем занят Гурген Нерсисян, Араик Арутюнян, служба национальной безопасности Арцаха. А что СМБ Арцаха не видит, что творится в магазинах? Это как ваш арцахский суд за одно оскорбление в адрес Бела Лалаян выбил 430 тысяч драмов с Иды? А в магазинах вы слепые не видите, что творится? Как такое может быть? Я обращаюсь ко всем, если мы болур дранс офкер наилюн эсьетеря, то есть инча катарум. Дранк офкер контрактникен Айастанец, и рамцит 1000 драм им верцнум, ну и сигареты хамар. Дранк офкер гюгерюм им апрум, ех каакнерюм, и рамцит ну и сигареты хамар, 600 драм им верцнум. Асинкас, если ты кайнацес снайперит так, Кезниц авалит даже шат инверсном таламом, канте каакацут кам гюгацут. Я думаю, что вы все понимаете, что я имею в виду. То есть власти Арцаха грабят людей, которые на постах. То есть власти Арцаха грабят тех людей, у кого есть деньги. За бесплатные сигареты. Это первое. Теперь, что касается истории со спортсменом. Коротко пройдусь. Эрик Исраэлян, который сказал, что он обижен на родину. Господин Исраэлян, как спортсмен, должен четко понимать, что родина – это мать, это родитель. Никто из нас не может обижаться на родину. Мы можем обижаться на людей, на себя, но не на родину. Да? Это говорит о низкопробном уровне спортсмена. Спортсмен, который добивается больших высот и не знает, что родина – это родитель, это не спортсмен, это пустышка, в моем понимании. Господин Исраэлян получил все деньги, которые ему полагаются. Все деньги. И телеграм-каналы пишут, что он обратился к правительству, чтобы ему дали квартиру, новостройку без первоначального взноса, чтобы там была процентная ставка не 18%, как требуют застройщики, а 5-8%. Требовал это, требовал то, не минуточку. Спортсмен, который все получил деньги, получил 4 600 000, как пишут, 1 500 000, получил 1500 долларов,
Этот человек идет, покупает Мерседес, кушает, пьет, а ты живешь в аренду. Ты получил 7-8 миллионов драмов. Вместе с подарками почти 10 миллионов у него накопилось. То есть ты получил почти 10 миллионов с подарками, с презентами. Ты все это расхерачил, купил себе тачку. И идешь, говоришь властям, дайте мне квартиру без первоначального взноса. С какой стати? Если у человека нету квартиры, и он мечтает о том, чтобы взять в ипотеку жилье, первые деньги он откладывает, чтобы отдать как первоначальный взнос. Но я так понимаю, что некоторые хотят кайфовать, пижониться, сказать, а, да, я чемпион, да, теперь я буду, я как могу без Мерседеса ехать? Настоящий спортсмен может и на транспорте ехать. Потому что в моем понимании спортсмен – это дисциплина, дисциплинированный человек. Значит, у Эрика Исраиляна нет никакой дисциплины. Дисциплина, она должна быть не только спортивная, но и финансовая. А когда человек распиздяй, покупает машину, кайфущики, перевщики, да, и там все может быть, мы не знаем, куда еще он тратил. Купи все свои деньги, Эрик Исраилян, должен был вложить как первоначальный взнос в квартиру. Все, я так вижу эту ситуацию. А не покупать машину и распиздяем быть, а потом требовать с министра. Это первое. Второе. А какое имеет право правительство, Эрик Исраилян, какое имеет право правительство звонить застройщику и говорить, первоначальный взнос ту на таз. Какое имеет право правительство такие вещи делать? Спортсмены об этом не думают? Ты когда от чиновника требуешь, чтобы он звонил застройщикам, ты не думаешь, что застройщик может это записать? Он мека есе, карва дзайнагре, укцен фейсбук, асэм тесек. Ինչով ենս զբաղված Փաշինյանի նախարարները զանգելի զանգում են ինչ որ սպորտմենի համար տուն են պահանջում. То есть спортсмен хочет подставить министра, спортсмен хочет подставить чиновника, чтобы чиновник звонил застройщику и требовал с него каких-то привилегий. У нас нет никаких привилегий. Государство заплатило этому спортсмену 4,5 миллиона, 1,5 миллиона и еще 1500 долларов. Государство оплатило ему поездку, командировочные, государство тратит деньги на телевидение, чтобы хвалить Эрика Исраиляна. Что еще хочет Эрик Исраилян? А лишних денег нету в бюджете. Вот все, что выделено, то и государство дает. Лишних денег нету. Если лишние деньги будут у государства, оно будет тратить это на армию, на учителей. У нас в этом году новый экзамен будет. Еще одна группа учителей будет получать более высокую зарплату. Вот на что государство будет тратить деньги, а не на капризы спортсмена. И третье. Предположим, государство делает то, что требует Эрик Исраилян. А дальше что? Все другие спортсмены будут приходить, говорить, вы же сделали для Эрика, подарили там какую-то квартиру, давайте и нам сделайте. Чем мы хуже Эрика? Это правильно будет. Эрик Исраилян думает, что мы живем во времена Гагика Царукяна. Это во время Царукяна. Царукян мог звонить и застройщикам угрожать, сказать, дайте без процентов, без рассрочек квартиру кому-то. Сейчас такое невозможно. И насчет, конечно, общей ситуации, я хочу сказать, что у нас такой настрой. Мы всегда настроены оптимистично. Все. Мои друзья, мои знакомые. Неважно, что происходит в регионе, кто на кого нападает, кто чем угрожает. Мы всегда верим в свою родину и ей помогаем. Спасибо за внимание.